Здравствуйте. Был небольшой приход чаш, посылки задерживаются. Что-то там с почтой Индии происходит, индусы объяснили. Вот есть небольшие чаши, которые мы все ждем, 10 сантиметров, 11. И есть чаша бихарская и чаша 35 сантиметров, которую мы сегодня, их мы сегодня обыграем. Вот, начнем с маленьких чаш. Чаша 240 грамм, 10 сантиметров. Даже 9,5, ну, можно сказать, 9,5, 10 сантиметров, чуть меньше 10. Ну, сейчас вот видно частоты, я стал пытаюсь настроить при записи одновременно, чтобы показывало, какие ноты, какие частоты, чтобы потом не замерять. Ну, очень звонкая, прекрасная чаша, чистый звук, что тут еще можно разговаривать о ней. Вчера хотели забрать, но почему-то сегодня уже не отписывались. Было 3 клиента, сейчас можно. Кто-то все-таки решится. Дальше у нас будет чаша 11 сантиметров. 11 сантиметров. Да, это именно так. Вес у нее 343 грамма. Можно сказать, что нота D 500 было вот зеленая когда. Чудесная чаша, она очень долго играет. И у нее очень красивый звук. Thank you.
Да, она все еще звенит. Очень длинный сустейн. Продолжена другая чаша уже. Эта чаша, я думаю, 12 сантиметров. 11,5 сантиметров. Вес 386 грамм. Тоже очень длинный звук. Дальше из новых чаш. Это у нас чаша 13,5 сантиметров. Весом 560 грамм. Для своего размера великолепная чаша с большими возможностями. Так, теперь у нас чаша следующая. Ой, осторожно. Это чаша. Чаша 15,5 сантиметров.
весом. Шестьсот шестьдесят грамм. Какая-то просто волшебная чаша, настолько долго она звенит, и у нее очень широкий диапазон. Для ее размеров это очень сильно. Может быть, это одна из лучших чаш такого диаметра, которые пока приходили. На всякий случай в это же видео вложим бихарскую чашу. Будет видно, что она очень долго звенит, эта чаша, просто очень-очень долго. Бихарские чаши, они, как мы говорили, что у них есть особенность. Во-первых, они делаются одного размера. А во-вторых, они похожи по сплаву где-то на тигровый глаз. Но вот здесь есть внутрь геометрия, что загиб внутрь идет. И поэтому сверху 17, а так по бокам практически эта чаша 19 сантиметров. С характерным очень таким своим звуком. Интересно.
Ну вот такая экскурсия небольшая. Чаши великолепные. Очень долго играет. В этот раз заказал 4 бихарских чаши, пока пришла одна. Ну, надеюсь, что и следующие будут не хуже. Все, спасибо. Отдельно сделаем видео с чашей 35 сантиметров.